24 сентября, 14 год, 13.07 по Киеву. Мы на новом, да, местоположении. У нас новые бушлаты, новые палатки. Спасибо волонтерам. Вон мой бронежилет висит. Тоже спасибо волонтерам. Массеть. Автомат. Это нам государство помогло с котелком. Ну, в общем, по сравнению с предыдущим местоположением, условия просто царские. Сосновый лес вместо сплошной лиственной зеленки. Дождичек даже не расстраивает, а как-то даже радует. Ну, в общем, царюем. Кроме таких нужных вещей. Ух ты, какой шатер! Сообразили, молодцы. Это массеть была с машины. Это второй расчет наш БМ-ки. Защитный чехол это был, приспособили под навес. Кроме палаток и всего остального привезли еще и жратвы. Я наелся, спасибо. Ну, короче, заходишь, там плод. О, трактор пригнали, ничего в себе. Да, при такой, как в Луганской области, где мы сейчас находимся мы, ну, в районе города Новоайдар, при такой земле, как здесь, железобетонная, какая-то суглиница, окоп копаешь на одного человека 3 дня, трактор это просто, я не знаю, как спасение. Половина расчетов на выезде. Мы в меньшинстве. Настроение бодро-праздничное. Условия просто царские. По сравнению с тем, как мы по зеленкам ныкались еще день назад. Ну, в общем, где-то так.